Мухаммад Султонов с итогами этого матча. Мухаммад, ну, тяжелая игра и упущенная ничья, да, в самой концовке. Вообще какие-то слова, комментарии? Ну, тяжело на самом деле что-то комментировать, потому что пропустить на последних минутах, на последней секунде очень больно. Я считаю, что мы точно не заслужили поражения. Ребята очень хорошо играли, старались. Но, к сожалению, вот такой вот результат. Ничего не поделаешь, надо на стандартах играть до конца со своим игроком. Не самый яркий футбол в исполнении обеих команд, вот на твой взгляд, как опытного футболиста, с чем это связано? Ну, это тяжело сказать за соперника. Это как бы то, что просит тренер нефтехимик. С нашей стороны я не считаю, что прям совсем плохая игра, да, там тяжело, может погодный условия, может еще что. Но в любом случае повторю, что по игре мы точно не заслужили поражения. Спасибо тебе огромное, удачи в следующих играх.